Экспериментальные команды в Алматы появились 4 месяца назад. В их составе подразделения автоинспекции, дорожно-патрульной службы, а также бойцов специального отряда быстрого реагирования. Всего около 50 патрульных экипажей. Они работают ежедневно, но теперь с ними вместе будут работать люди совсем иных профессий. Эти люди в составе данных экипажей, мы хотим, чтобы вместе поработали, изнутри посмотрели работу полиции. Если получится, приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка, само собой, плюс в раскрытии каких-либо или пресечении тех или иных правонарушений, преступлений на территории города. Каждому из новобранцев предоставили бронежилет, рацию и рассказали о задачах и основных целях. Каждого закрепили за определенным районом и поисковой группой. Спасатель Омар не раз трудился с полицейскими плечом к плечу, обеспечивал стражам порядка доступ в квартиру, вызволял пострадавших из машины при ДТП. В детстве даже мечтал служить в ОМОНе. Намного опаснее работа получается, потому что они же первые приезжают на вызов, первые сталкиваются с этим. Вот. Поэтому у них намного опаснее работа и тяжелая. Всего в обычный рабочий день бывает до 6 вызовов, говорят сотрудники полиции. Омар же за 6 часов выехал на 4, причем одно нарушение он заметил сам. Водитель машины марки BMW, несмотря на запрещающий закон, затонировал боковые окна. Зафиксировали, да? Кроме этого, был пожар, сгорел жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. В остальном смена выдалась относительно спокойной, о чем нам поведал и олимпийский чемпион по боксу, который тоже участвовал в акции. Трое мы зарегистрировали уже. Один, первый случай, это наезд на пешехода. Второй, это, по неосторожности он повредил ноги. И третий случай, это, значит, не трезвом состоянии, нарушение дорожных правил. Такая акция в Алматы прошла впервые. Всего в ней приняли участие 8 человек самых разных профессий. Полицейские пообещали, что будут и в дальнейшем приглашать алматинцев в совместные рейды. Рашид Ильясов, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.